Привет, друзья! Вы на канале Цветочный сад Аленушки. Тема сегодняшнего видео – обзор виолы после прищипки и как себя чувствует у стома после подкормок. Виола у меня посажена в феврале месяце. Вот такие кустики дала после прищипки. Посмотрите, как хорошо развились, как хорошо дали боковые побеги. Кто-то советует не прищипывать. Я стараюсь всегда рассаду цветов, можно сказать, почти всю прищипывать, чтобы формировались хорошие пушистые кусты. Давайте посмотрим. Посмотрите, какие хорошие вот поросли дают и хорошие кустики. Виола очень хорошо. Подкормки я добавляла изначально, значит, после того, как я посадила, до пикировки. Я опрыскивала энергеном, и были подкормки корневые тоже энергеном. После пикировки на 7-8 день, первый раз, один раз я подкормила селитрой кальциевой. И далее подкармливала фертика люкс и таким удобрением, как идеал, с гуминированными добавками. Вот так хорошо она у меня чувствует. Виола я довольна. В этом году очень виола неплохая, хорошая. По эустоме. Эустома долго сидела у меня на одном месте после пикировки. Но это ничего страшного, так как эустома, она очень такое растение, которое, можно сказать, долгодумка. Почему мы так думаем, что она не растет у нас, а стоит на одном месте? Потому что эустома наращивает изначально только корневую систему. Как только нарастет корневая система, эустома даст в рост и будет наращивать свою зеленую массу. Подкормки у меня были несколько раз кальциевой селитрой. Сейчас я ее подкормила, вот, может быть, где-то неделю назад, фертикалюкс. Вот, только-только начала наращивать, можно сказать, свою зеленую массу. Но сейчас у нас еще, можно сказать, март, апрель, май. Еще, я думаю, она нарастет и будет нас радовать своим цветением летом. Вот такая рассада у меня эустома. У меня один такой лоток, не одна такая вот зона. И виола. Виола, она, это у меня смесь. Вот я на примере смеси вам показала. А так у меня очень много расцветок. И синие, и красные, и желтые, и сиреневые, и махровые. Ну вот примерно вот в таком виде, вот таких кустиках у меня находится виола. Если стало мое видео чем-то полезным, смотрите мое видео, делайте вместе со мной, делайте такие же подкормки, и вас будут радовать ваши цветочки. Подписывайтесь на мой канал, чтобы видеть дальнейшие мои видео. Вам прекрасного цветочного урожая, хорошего весеннего настроения. До новых встреч. С вами была Аленушка.